Говоря о вызовах современности, нельзя упустить из внимания цифровизацию полицейской службы. Глобальная модернизация органов внутренних дел происходит уже не первый год, и постепенно правоохранительная система становится все более современной, технологичной и пользующейся доверием населения. Так, в Усть-Каменогорске было запущено мобильное приложение «КорГАУ. Опасный водитель». Оснащение полицейских планшетами, повсеместное внедрение видеорегистраторов и разработка мобильных приложений. Процесс цифровизации за последние годы охватил всю правоохранительную систему. Сегодня на дорогах страны установлены десятки тысяч автоматических камер. Как отмечают эксперты, именно подобные системы фиксации нарушений играют особую роль в повышении транспортной дисциплины. По статистике, примерно 40% всех выявляемых нарушений на дорогах раскрывается с их помощью. Так, в Усть-Каменогорске с апреля 2022 года было запущено мобильное приложение, работа которого, как и ожидалось, повысила эффективность автоматического надзора за дорожным движением. Примерно у 100 патрульных в городе есть свой собственный планшет. Сигнал поступает на каждый из них одновременно. На планшете у сотрудника полиции загорается красная лампочка и появляется надпись «Едет опасный водитель». Также указано, перекресток какой улицы он только что проехал. Так все сотрудники могут отслеживать нарушителя по GPS. И затем уже не составляет труда остановить нужную машину и принять необходимые меры. В новом приложении интегрированы возможности камер системы «Сергек», центров оперативного управления и мобильных приложений МВД. Оттуда сведения о нарушениях автолюбителей поступают на планшеты сотрудников полиции, что позволяет им отреагировать максимально эффективно и оперативно. Иными словами, ни один нарушающий ПДД автомобиль не останется незамеченным. Приложение фиксирует автомашины с подложными номерами, не прошедшие техосмотр, разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостные нарушителей-должников. Хотелось бы в очередной раз напомнить горожанам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать нарушения законодательства. Этот проект вскоре будет внедрен во всех регионах страны. Со стороны общественности и автомобильного сообщества мы ждем шагов навстречу. Во избежание печальных случаев необходимо всегда соблюдать транспортную дисциплину. На сегодняшний день по программе КорГАУ «Опасный водитель» зарегистрировано 1665 автомобилей, водители которых нарушили правила. С помощью приложения было собрано около 66 миллионов штрафов. Среди них 76 фактов управления автомобилем с поддельными номерами. В целом было составлено почти 6 тысяч административных протоколов. Также эксперты отмечают, что в сравнении с январем прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий значительно снизилось – 66 до 27 аварий. Карина Мурадова, Дильнас Тургазиева, Асхат Ордыбаев, Алтай Акпарат.